Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратьте одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робоксы. Подпишись. Ты смотришь мое видео в первый раз? Знай, что я периодически провожу раздачи робоксов, и следующая моя раздача робоксов будет при достижении каналом 30 тысяч подписчиков. Так что подписывайся на мой YouTube канал, скидывай это видео другу, пусть тоже подпишется, чтобы раздача робоксов настала быстрее. Ну и конечно же не забывай вступать в мою группу NSUT, ведь именно через нее я вам буду передавать робоксы. И сегодня комментарий дня от Cactus TV, который вы видите сейчас на экране. Ребята, и в Roblox добавили новый ивент, секретный, вот как вы видите, его нету в этой нашей менюшечке, но точнее не секретный, а скрытый, точнее только для людей из Китая, то есть видите, китайский ивент, полностью все на китайском языке, вот все абсолютно, и в этом ивенте можно будет получить 3 бесплатные вещи. Для того, чтобы вам найти этот ивентик, я обязательно оставлю ссылочку в описании на эту игру. Ребята, что я заметила, тут большое там неравенство такое лайков и дизлайков, то есть дизлайков 2100, а лайков всего 1586. Хотя тут можно достать 3 бесплатные вещи. Ну что, ребятки, давайте заходить в ивент, и я вам покажу там, как их получить. Ребята, вот посмотрите, мы заходим в ивент, и все на китайском языке, просто невозможно что-то написать, прочитать на русском, вот посмотрите, ничего не понятно, это очень прикольно. А еще тут стоит какой-то клоун квадратный, из Майнкрафта сбежал, ну какого-то странного Майнкрафта. Впервые вижу такую модельку клоуна в Роблоксе, и не знаю, что он тут делает. Но, по-моему, ивенты выглядят так красочно и прикольно. Я там увидела себя Ника Мазур. Вот видите, сейчас у меня тут 0 очков. Ну что, ребятки, тут мы можем посмотреть, что мы можем получить бесплатные вещи, но не все так просто. Мы их не просто так получаем. Мы для того, чтобы, вот видите, вот смотрите, у меня тут есть 0 очков, и тут вот большой такой список рейтинга. Мы для того, чтобы получить очки, должны сыграть в какую-то мини-игру. Вот и будем играть в мини-игру с вот этими фонариками. А вещь, которую мы сможем получить, давайте я вам покажу вблизи. Кстати, там задний план прикольный, там всякая горка и так далее. Вот такие вещи. В этом ивенте можно получить вот эту шапочку солнышко, посмотрите. Мне очень нравится, миленько выглядит на заставке ивента было. И вот это два костюмчика, то есть одежду, комплект одежды, это мужская и женская. Ну что, ребятки, давайте поиграем в первую мини-игру и получим первую бесплатную вещь. Ребят, мы зашли в нашу мини-игру и... Тут нам надо, вот у нас, видите, бегают кролики, мы должны вот поднять какую-то из этих коробочек, потом взять, вот как мальчик взял эту, как его, кролика. Так, тут нету кролика, вот так вот мы ищем кролика, вот где-то, вот я видела, вот упал кролик, его можно вот поднять. Да, я так понимаю, а, нет. А, вот, все, я подняла кролика, и мы берем его сдавать. Это очень странно выглядит. А вот сюда, вот на вот этот желтенький круг, прям я его как-то держу за спину, или его как-то очень странно. Вместо петарды взяла. Ну, в общем, ребят, для того, чтобы получить первую бесплатную вещь, вам хватит всего лишь 3-4 кролика взять. Поэтому я сейчас буду искать этих кроликов и относить их. А вот видите, у нас справа есть вот этот прогресс. Это вот я ошиблась не 3-4, а вот. Надо, чтобы вот этот прогресс дошел до конца. А я вот ищу... Я нахожусь в агрессивных поисках кролика. Почему-то тут... А вот-вот они падают с неба, они даже не под коробочками. Все, я несу кролика. Ребята, смотрите, что я поняла. Сейчас я отнесу этого кролика. Смотрите, вот у нас есть вот эта штучка, не просто так. Вот у нас, когда мы поднимаем коробки, они подлетают. Мы лопаем их вот так вот, эта штучка. Так, я промазала, я опять промазала. Вот, попадаем, и из них как раз-таки выпадает кролик. И вот мы их подбираем и несем туда. То есть, чтобы их быстрее, чтобы не ждать, пока они упадут. Кстати, там я вижу, тоже кролики падают. Не ждать, пока они упадут, а просто стрелять по вот этим штучкам. О, золотой, ребят, посмотрите, я выстрелила в какого-то золотого, вау, посмотрите. Либо золотой, либо желтый, но это выглядит очень прикольно. Давайте его отнесем, посмотрим, сколько он нам выдаст. Может, сразу несколько. Да, он сразу 3 дал, круто. Ну что, ребятки, я эту мини-игру дошла до конца, это значит, что мы сможем получить нашу бесплатную вещь. Бежим получать ее. Ну что, ребятки, бежим получать первую бесплатную вещь.
Мне очень нравится то, что вот такую крутую вещь нам выдаст этот ивентик. Так, я уже подбегаю к этому солнышку. Интересно, возможно, эти предметы тоже можно будет когда-то получить, но их пока что нельзя получить. Это как будто бы из игры, я забыла, там типа барабанчиком надо бить. Китайская, по-моему, как раз таки игра. Берем и получаем сейчас это солнышко. Да, нам выдался бейджик, и давайте же его, наверное, сейчас примерим. Ну что, ребятки, заходим в аватар и смотрим на нашу бесплатную вещь. Ко мне подключилась моя подписчица. Приветик тебе, ты в видео. А ну так, перестань двигаться, хочу тебя заснять. Убежала вдаль за поля и леса. Это было какое-то пение про подписчицу. Эх, куки-куки, куда ты ушла? Убежала вдаль и не забрав туда меня. С собой тут есть телевизор, на котором всякие японские девизы. Китайские девизы вообще, Вероника, ты прям стихотворенщик. Ну что, ребятки, давайте зайдем уже в аватар и посмотрим наши бесплатные предметы, точнее, вот это солнышко. Ребят, я делала наш предмет, и посмотрите, как это мило в инвентаре смотрится, прям очень круто. Мне нравится то, что это солнышко, типа, зайчик тут сидит, очень миленький, и облачка такие красивенькие. Давайте посмотрим, как это выглядит на нас в игре. Я зашла, и посмотрите, как это выглядит, очень прикольно, миленько, мне реально очень, очень зайчик это нравится, это розовый крошка, крош женская версия, ну такой более миленький такой, прям няшненький, и солнышко такое тоже радостное. Я бы оценила этот бесплатный предмет на 10 из 10, мне очень понравился, он прям очень зашел. Ребят, ну а для того, чтобы заработать там вот эти предметы, вот это и вот это, нам надо заработать целых 450 очков, то есть для этого 450, а для этого 100. Вот, видите, ребят, тут написано нам, сколько надо определенных очков собрать. Давайте, ребятки, я вам покажу, где быстрее всего собрать эти первые 450 очков. Внезапный привет! И это внезапный привет, в котором передаю привет моим подписчикам. И в этом видео хочу передать привет таким подписчикам, как Даня Данилович, WhatsApp Messenger, Герман Багах, Егорчик, ЮТ, Стендов 2, ЮТ, Конфеткин и Саша Марат. Ловите, привет! Ребят, ну что, самый легкий способ зарабатывать наши вот эти очки, это игра по вот это вот зарабатыванию кроликов, вот, которые посерединке заходим, и нас должно телепортировать, когда доберется 6 человек. Тут игра команда на команду, то есть две команды сражаются, и потом та команда, которая выигрывает, получает большее количество очков. Ну что, ребята, суть нашей игры в том, что мы поднимаемся вот наверх, уворачиваемся от мечей, берем наших кроликов, и тащим их вниз на наше место. Желательно брать золотых, так как от них даются по 3 очка. Вот, допустим, я взяла вот его. И, кстати, по стрелочкам бежать быстрее. Вот, золотого кролика отношу. И тем самым прибавляются баллы нашей команде. И поэтому будем смотреть, пока наша команда не выиграет, думаю. Вот, ребят, теперь игра не залагала. И мне вот выдали вот столько очков. 128 очков. Ребята, я получила 128 очков. Этот прогресс был стал 101, а тут 0,8. Как это? Ребят, я теперь понимаю, почему у этой игры так много дизлайков. Ну что, ребятки, теперь по щелчку пальцев я буду играть в мини-игры и уже вернусь, когда накоплю вот эти 450 очков. Раз, два, три. Ну что, ребятки, я собрала вот наши очки. Вот, посмотрите, у меня вот 484 очечка. И вот, я могу получить этот комплект одежды. Правда, я не знаю, как получить этот, потому что тут очки какие-то другие. Вот, видите, 0,8. Возможно, я сейчас подбегу и смогу получить. Но давайте сначала получим этот костюм. Подбегаем, нажимаем Е. И я получила его. И давайте проверим с этим, работает ли. Нет, его нельзя получить. Значит, надо зарабатывать какие-то другие очки. Ну вот, ребяточки, мне, кстати, выдали два комплекта, только, я так понимаю, без низа, вот без штанов, да, тут штанов этих нету, поэтому нам выдалилась вот такая вот кофточка, сейчас я еще покажу, точнее, две кофточки, мужская и женская. Ну что, ребятки, давайте их примерим и посмотрим, как они смотрятся в игре. Ну что, ребятки, я ресеталась, и посмотрите, как это прикольно смотрится, прям реально, как его...
такая кофточка какого-то поваренка, мне кажется. На мне еще так это прикольно смотрится. Мне кажется, подходит под этот скин. Я бы эту вещь оценила, наверное, даже на 9 из 10. А вы что об этом думаете? Напишите в комментариях. Встречайте эксклюзив от канала Ника Шоу. Собери код и получи эксклюзивную вещь в Roblox. И где-то в этом видео запрятан 8-й символ кода. Правила простые. Первый из вас, кто соберет весь код и напишет его в комментариях под последним видео, где я буду показывать последний символ данного кодика, получит у меня код на вот эту вот шапочку от Блокханта. Это эксклюзивная вещь от Блокханта. Вот, если ты играешь запрячущегося, вот такой цветочек вместо головы. Также будет 4 утешительных приза по 25 робоксов. Так что смотри видео внимательно. Ну а прошлые символы кода ты можешь увидеть в моих предыдущих видео. Ну что, ребятки, возвращаемся в наш аватар и надеваем нашу мужскую уже на этот момент рубашечку берем и выбираем. И заходим в нашу игру. Ну что, ребята, и вот так вот это смотрится, да, тоже похоже на грязь, но, в принципе, смотрится, мне кажется, прикольно тоже. Прям очень не похоже, только там где-то застегивается, но у женской футболки по диагонали такой, а тут по прямой. Но выглядит, в принципе, неплохо, мне нравится. Я бы тоже оценила, наверное, на 8 из 10, прикольные вещи. То есть для аватаров, ну для женского аватара точно можно использовать и ту вещь, но для мужского, я думаю, только эту. Единственное, ребят, я знаю, почему в этой игре так много дизлайков. Эта игра безумно баганная, тут так много багов, я заработала эти очки очень долго из-за того, что очень-очень-очень было много багов. То есть этот ивент выпустили до того момента, пока его до конца не доработали. Ну, нам-то надо домучиться для того, чтобы получить эти 3 бесплатные вещи, и, в принципе, и все. Так что зарабатывайте вещи. Но на этом, к сожалению, видео подошло к концу. А я надеюсь, вам оно понравилось. Ну, а вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. Пока-пока!